Глава региона рабочую неделю начал со встречи с руководством украинской компании «Конти», которая владеет в Курске кондитерской фабрикой и логистическим центром. Александр Михайлов отметил, что в связи со сменой руководства «Конти-Рус» в Курске и возможными новациями в менеджерских решениях, администрацию области волнует судьба предприятия. Глава региона добавил, мы очень заинтересованы в том, чтобы курский филиал продолжал стабильно работать. Трудовой коллектив был сохранен, реализовывались принятые ранее программы развития производства, а также чтобы предприятие, как и прежде, участвовало в социальных программах, действующих на территории области. Конец цитаты. На встрече было рассмотрено предложение украинских партнеров о расширении направлений бизнеса в Курской области. В частности, идея строительства свинокомплекса в одном из районов региона, а впоследствии и о создании крупного агрохолдинга. Инвесторы готовят план развития бизнеса на Курской земле до 2020 года.